Фирма «Мортадель» – производитель колбасных изделий и продуктов из мяса. Из 450 наименований производимой нами продукции, 178 официально признаны лучшими в России. Она производится только из натуральных продуктов. Мы очень любимы на рынке, нас любят и нас ищут, за нас борются. Продукцию, которую мы производим, мы и сами едим, и наши дети едят, и наши друзья. Это не бизнес, это отношение к этим людям. Сегодня совершенно неожиданно для меня мне вручили золотую медаль лучшего руководителя отрасли. Для меня это большая честь. Что-то новенькое привезем. Мы собираемся открывать новые линии. У нас есть новые рецептуры. Поэтому мы сможем порадовать более широким кругом производственной продукции. Компания «Мортадель» на рынке с 1991 года. На данный момент мясные изделия и колбасные деликатесы под маркой «Мортадель» завоевали более 160 золотых и серебряных медалей, а также 14 гран-при на престижных международных и российских выставках. Здравствуйте, меня зовут Карижин Дмитрий Борисович. Я директор по торговле фирмы «Мортадель». Фирма «Мортадель» на рынке Москвы, Московской области и России уже присутствует 17 лет. Продукцию мы производим из собственного сырья. У нас собственный агрокомплекс на 200 тысяч голов. На выставке «Продэкспо» мы участвуем с открытия выставки, это 15 лет. Постоянно получаем дипломы, награды за качество, за сохранение традиции. Но этот год особо одаренный у нас на медали. Мы получили 7 золотых медалей, 4 серебряных. Плюс получили медаль за высокое качество нашей продукции. Наш президент Агурбаш Николай Георгиевич получил медаль за лучший руководитель мясной отрасли. У нас очень много клиентов пришло, очень большая заинтересованность людей. Это московские сети, оптовые организации, региональные отделы. Очень плодотворная выставка.